Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ирина и канал Цветочная Симфония. Хочу сегодня причесать свои папоротники и заодно покажу, какие из них у меня есть. Это недавнее мое увлечение. Но дело в том, что они мне всегда нравились, а так как сейчас их много всяких разных видов, возможно, я никогда этим не интересовалась раньше, не знаю. Сейчас столько всего красивого. И видов, и сортов, и вообще всего-всего-всего всяких разных цветов, что хочется все и сразу. Вот влюбилась теперь в папоротники. Вот. Пытаюсь с ними подружиться, вроде бы неплохо получается, но пока я, как говорится, только учусь. А вот хочу показать, что я с ними делаю, как я за ними ухаживаю, как они у меня растут, как они себя чувствуют, и показать, каким способом я их поливаю. Как вы видите, стоит у меня на фитильном поливе. Немножко рассказать хочу об этом. Так как у нас климат очень жаркий, юг, Волгоград, очень тяжело поливать. Растений достаточно много, поэтому все, что можно, стараюсь перевести на фитильный полив. Поэтому после того, как я приобрела детку, я посадила в горшочек. В данном случае вот такой небольшой, наверное, где-то на 0,5-0,6, возможно, миллилитров. Где-то месяца два он у меня рос в этом горшочке, только потом я его поставила на фитильный полив. А в данном случае я использую емкость двухлитровую, вырезала крышечку и вырезала вот здесь отверстие. Надеюсь, видно. И я таким образом его поливаю. В состав вода. Иногда бывает добавляю удобрение в микродозе, любое, какое есть под рукой, не заморачиваюсь. Вода, естественно, да, зеленеет, можно помыть контейнер, ничего страшного, пока стоит так, нормально, еще не сильно зеленый. Для растений это никак плохо не влияет на растения. Вот, некогда было им заниматься, сейчас дошли руки до папоротников, поэтому хочу показать сравнение. Вот смотрите, на верхнем поливе, при жаре, при том, что не успеваешь их поливать, они иногда пересыхают. Ваечки были вот коротенькие, где-то даже повредились. Вот хочу сейчас все это подстричь, убрать, привести в порядок. Вот даже есть сухие, поэтому хочу все, что можно, пообрезать, убрать. Вот эти ваечки, они такие страшненькие, мне не нужны. Я люблю, когда красиво, по максимуму. Поэтому где все, что высохло, я стараюсь убирать. Вай — это и веточка, и листик у папоротника. Сейчас мы его немножечко приведем в порядок. Там, где вот, кажется, сухого так много, хочется это все убрать. Ему там было тесно стоять, конечно, но ничего. В тесноте да не в обиде. У нас все тесно. Цветов много, растений много. Поэтому так. Кому не нравится, тот у нас не живет. Остальные подстраиваются под мой ритм жизни. Им деваться некуда. Не я для них, а они для меня. Я думаю, так должно быть. Ну, а там, конечно, когда как получается. Бывает, что и наоборот. Особенно летом, когда жарко, тут уже не они для меня, а я для них. Потому что без меня они погибнут. Вот смотрите сравнение. Какие были ваечки. Ну, вот... Например, вот они нижние, которые немножко повредились, да, сухие. Вот, видите, какая коротенькая. Здесь видно. Стараюсь не порвать. Ну, я понимаю, что это была детка. Тем не менее, вот они небольшие. Где-то пришлось обрезать кончики. И когда поставил на фитильный полив, они вот такие стали. Посмотрите, какие красивые. Даже вот ваечка, которая раньше была, вот она и вот... Та, которая на фитильном поливе. Они разные как будто. Сейчас я их сравню, покажу. Сейчас возьму по-другому телефон. Вот, я думаю, видно. Значит, вот эта, которая она у меня раньше была, вот она росла. И вот, которая на фитильном поливе. Она какая-то молоденькая, нежная, она более пушистая. Почему? Потому что стоит под лампой теперь. На стеллаже, и плюс у нее постоянно получается корни пьют водичку. Ну, возможно, удобрение тоже играет какую-то роль, но тем не менее. То есть не полив, когда мы то досушиваем, то переливаем, а когда он равномерно, корни сами регулируют полив.
Поэтому вай получается, конечно, просто шикарная. Вот это пожестче, более старая, да? Вот молоденькие, они прям вообще... Вот молодая ваечка, видите, какая прелесть. Просто прелесть. Она такая нежная, такая хорошенькая, такая мягенькая. Боже, красота какая. И вот уже начал выпускать вот такие, я не знаю, как эти штучки называются, такие, знаете, палочки, прям можно так сказать. Они бывают вот такие коричневые, сухие, а потом на концах может быть зелененькие. Там будут образовываться кустики. И таким образом можно размножить. Также кустик разделился на два. Сейчас попробуем посмотреть. Вот один, вот с центром. И вот второй. Рассаживать не хочу. Вот второй. Хочу, чтобы попышнее был. Тем более, если он дает вот эти веточки у меня. Вот они, видите, вот такие. Они свисают. Потом растут. Я на другом покажу более конкретно. И там образуются кустики, детки. И эти детки можно отсаживать. Таким образом можно размножить, по крайней мере, этот папоротник. Вот такой красавчик. Ну, дальше еще покажу, какие у меня есть. Следующий папоротник. Досада. Тоже новинка. Ну, где-то полгода он у меня растет. Также сначала детку пересадила в горшочек. Ну, здесь, наверное, 0,6-0,7 литра. Пару месяцев он у меня постоял, порос. И потом поставил на фитильный полив. Вот эти ваечки, они были, вот они, суховатые. То есть это они лето пережили. Тяжело им было. Такие жесткие. Вот. И новые ваечки. Вот он выпустил. Посмотрите, какая прелесть. Молодые, жирные, блестящие, красивые. Они мягкие, нежные. Прям просто прелесть. Просто красота неописуемая. Такие красивые ваечки. А одну так вообще пустил вниз за полку, за стеллаж. И вдоль по стене начал спускаться на нижние полки. Я его еле вытащила. Так он аж даже перекрутился в процессе. И вот смотрите, здесь более узкая была, да, ваечка по ширине. А здесь наросла какая. Шикарная, широкая, красивая. Ну, просто прелесть. И вот о чем я говорила. Вот эти веточки спускаются. Они, не знаю, как называются. Ни у кого не слышу, как это правильно называть. Но факт тот, что вот они выращивают на себе деток. То есть вот они сначала коричневые идут, потом вот зеленеют. И на них начинают образовываться кустики. Вот здесь будут кустики. Вот здесь. Очень интересно. А потом эти кустики можно отсадить. Вот один центр, был один папоротник. Здесь дал детку. Но чтобы папоротник не тревожить, да и хочется получить красивый пышный куст, все-таки хочется размножать, ну, другим путем, да? То есть удобным. Можно это обрезать, если кому-то не нужно размножать, да? Кому-то не нравятся вот эти ветки голые, пустые. То можно это все, конечно же, и просто обрезать. Вот такие ваечки. Вот молодая. Просто красавчик. Такой длинный. Вот та, которую я говорила, что она пошла по стеллажу вниз спускаться. Надеюсь, будет светло, потому что вроде бы свет добавляю. Мне кажется, что темно получается снимать. Но это максимум, что я могу сделать. Попробую еще вот так. Нет. Вот такая красота. Большой уже куст. Красивый, конечно, потрясающе смотрится. Но это еще не все. У меня есть еще больше папоротник. Вот такой огромный нефролепис. Самый обычный папоротник. Растет у меня просто в горшочке. Ему уже 2 года. Ни разу я его не трогала, не пересаживала. Недавно, единственное, я протянула фитилек туда вниз. Но поливаю его сверху. Так как куст большой, неудобно. Я сверху наливаю воду, и она вот туда вниз сливается. И потом он опять ее выпивает. Но он страдает больше всех, потому что вечно то я пересушиваю его, забываю про него. Так как все рядом на фитиле, а он так. Стоит на обычном поливе. Поэтому я хочу его тоже как бы на большую емкость, наверное, поставить. Мне будет удобно.
Вот смотрите, ваечки, которые были раньше, конечно, здесь подсушенные кончики, и я их немножко даже обрезала. Вот. Вот так вот. Да вот они небольшие. Сейчас как-то вот то ли свет больше нравится, где стоят ваи, но они, по-моему, уже больше метра стали. Очень красиво свисают. Огромные, длинные. Это вообще, по-моему, 1,20 м где-то. Сейчас я ее закручу. Вот она длинная, длиннющая. И такое впечатление, знаете, летом, когда было жарко, особо с поливом было похуже. Тут поуже получается. Вот такие листочки на этих ваечках. Вот, а дальше они пошли широкие, красивые, ровные, просто идеальные. Вот такие сухие, конечно, их сейчас хочу обрезать, убрать, потому что, ну, не люблю, когда оно вот такое сухое. Когда совсем страшная ваечка, я ее просто вырезаю и выкидываю. Как я сказала, я еще ни разу его не рассаживала, не пересаживала. По-моему, ему и так хорошо. Выпускает вот такие же штучки. И на них образуются новые кустики. Тут главное, чтобы не пересушит. Вот, сейчас покажу. Вот, где-то пересушила. Вот, они позасыхали. Их можно обрезать. Ну, то есть, вовремя не полила, они позасохли. А где зелененькие? Вот, пожалуйста. Вот. Сейчас где лучше видно. Вот, видите? Образуется вот такой кустик. Все, пусть он здесь растет. Потом отсадим попозже. Будет у нас новое растение. Очень удобно. Видите, вот такие зелененькие, пушистенькие начинают расти. Это будет здесь кустик в этом месте. Вот такие красотки. Так что вот мои вайки. Вот они, длиннющие, 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 длиннющие. Просто офигенный. Красота. То есть у меня стоит на стеллаже, но на самом верху, как говорится, под потолок. Там, где не мешает. И может сбоку по стеллажу спускать свои ваечки, украшать интерьер. Можно поставить куда угодно. Конечно, просто свет дополнительный, не забывайте. Можно подвесить. Просто в больший горшок поставить другого размера горшок. Получается, вода будет лишняя сливаться, и потом будет выпивать обратно. Петелек просовываете, и все. А по грунту у меня гробал синий, обычный. В агробал добавлено немножко перлита, немножко пенопласта потертого или шариков пенопласта. Все. Подкормки. Иногда, когда вспоминаю, что есть под рукой, то и налила. И то в микродозах. Специально ничего не кормлю. По-моему, если есть свет и вода, они уже будут расти. Неприхотливые. Вот такая красота. И еще один папоротник хочу показать. Вот такая красота. Пришел ко мне под названием Блехну Сильвер Леди. Жил он у меня просто в горшочке. Была маленькая-маленькая деточка. Пошел сразу в рост. С перевалочкой он как-то сразу трогался в рост еще быстрее. А это все-таки решила много чего перевести на фитильный полив. Все-таки пробовала на матах. Не мое, никак. Все у меня пересыхает на матах. Или заливаешь, или не получается. Не экономится у меня время таким образом. Стоять стоят, но поливать все равно приходится выборочно. По крайней мере, я никак не подружусь с матами, я дружу с фитильным поливом. Поэтому поставил на фитильный полив. За месяц он мне вырос в 2 раза. Сразу. Просто стартанул. Вот новые вайки. Просто красота. И они все крупнее и крупнее. Он растет как-то кустиком. Вот центр у него и все. Вот старые ваечки молоденькие. Они вот подсыхают после жары. Тяжело им было. А молодые, конечно, свежие, зеленые, красотные. Вот красавчики. Стоит на полу сейчас. То есть самая нижняя полка, она у меня на стеллаже не сделана, убрана. И просто стоит растение на полу. Вот, и получается расстояние, помните сколько, ну метр точно, может быть чуть больше до лампы, если от пола считать, конечно. Вот, в принципе, достаточно света, просто растения все-таки не широко стоят, а полотновато. Возможно, из-за этого немножко вот к ваечке крутится. Как размножается, не скажу. Пока деток он мне не давал, не знаю, пока не знаю. Также грунт агробалт.
для фитильного полива. Все то же самое. Прекрасно растет, все ему нравится. Но это не все мои папоротники. Позже буду показывать еще. А пока, друзья, на этом все. Надеюсь, было интересно посмотреть, какими они бывают. Легкие в уходе, несложные. Красивая, сочная зелень. Не требует особого внимания, а доставляет очень много удовольствия. Так что приобретайте себе папоротники. Их сейчас много разных сортов, видов и тому подобное. Всегда можно выбрать себе по вкусу. Ну а с вами была Ирина и канал «Цветочная симфония». Всем пока!